5 эффективных стратегий для ускорения сжигания жира во время тренировок. Сжигать подкожный жир можно гораздо быстрее, если усилить его использование организмом для получения энергии во время тренировок. Одна из самых больших ошибок, которую можно допустить в попытках сжечь подкожный жир, заключается в пренебрежении простыми стратегиями, переключающими организм на жиросжигающий режим. Первое. Выполняйте спринты или высокоинтенсивный силовой тренировочный протокол с короткими промежутками отдыха между сетами. Недавно проведенное исследование с участием молодых мужчин показало, что выполнение 4 30-секундных спринтов на велотренажере с максимальной интенсивностью увеличило скорость сжигания подкожного жира на 75%, а скорость метаболизма после тренировки на 42%. Если вы предпочитаете сжигать подкожный жир при помощи тяжелых весов, попробуйте тренинг с использованием саней или силовой тренинг с умеренной нагрузкой и короткими промежутками отдыха между сетами для того, чтобы получить подобный жиросжигающий эффект, как в случае со спринтами. Номер 2. Потребляйте перед тренировкой низкогликемическую пищу. По сравнению с высокогликемической пищей, потребление медленно перевариваемых углеводов и протеина поможет получить умеренное повышение уровня сахара в крови и прирост скорости сжигания жира вплоть до 10%. Со временем такое рациональное питание с целью усиления использования подкожного жира организмом для получения энергии обеспечит свой эффект в его сжигании. В ходе одного трехмесячного исследования с участием людей, страдающих избыточным весом, было установлено, что потребление низкогликемической пищи перед тренировкой позволило им сжечь подкожный жир эффективнее. Снижение массы тела составило 8%, сохранив при этом сухую мышечную массу. Номер 3. Избегайте фруктозы перед тренировкой. Исследования показывают, что потребление фруктозы перед интенсивными тренировками переводит организм в режим сжигания углеводов вместо подкожного жира. Кроме того, фруктоза усиливает резистентность клеток к инсулину, что крайне негативно для мышечного развития. Внимательно читайте этикетки протеиновых напитков, дабы убедиться, что они не содержат фруктозы. Также избегайте спортивных и энергетических напитков. Номер 4. Принимайте перед тренировкой карнитин и рыбий жир для того, чтобы ускорить сжигание подкожного жира и сберечь запасы гликогена ради получения более высокой спортивной результативности. Известно, что рыбий жир улучшает чувствительность к инсулину, а сочетание данной пищевой добавки с карнитином позволит вам ускорить транспортировку жиров в клетки организма для их использования в качестве энергии. Этот эффект значительно ускоряет жиросжигание и увеличивает время до наступления отказа во время интенсивных тренировок. Номер 5. Используйте кофеин для ускорения жиросжигающих процессов. Кофеин, получаемый вместе с зеленым чаем, парагвайским чаем, кофе или с помощью специальных кофеиновых капсул, является на сегодняшний день самым известным и безопасным жиросжигателем. Кофеин вынуждает жиры покидать клетки организма для того, чтобы их можно было использовать в качестве топлива. Кроме того, все вышеупомянутые напитки обеспечивают высокую дозу натуральных антиоксидантов, которые, помимо всего прочего, также ускоряют восстановление после интенсивной тренировки. Исследования показывают, что от 3 до 8 мг кофеина на килограмм веса тело способствует повышению спортивной результативности и ускорению сжигания жира. Такой широкий диапазон оптимальной дозировки обусловлен индивидуальностью реакции на кофеин, который зависит от генотипа человека. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!